Кристальный шар, покажи мне будущее. Я вижу, вы больше не будете страдать от пожаров и воровства, и ваши дела пойдут в гору. Вы станете богачом. Прекрасные новости. Пойду обрадую свою жену. Теперь моя очередь. Предсказатель сегодня тут? Вон там, кристальный шар, покажи мне будущее этого человека. Если ты хочешь прожить долгую и счастливую жизнь, то тебе придется отказаться от сладостей и начать делать зарядку, начиная с сегодняшнего дня. Не могу поверить, что заплатил за то, чтобы услышать это. Кто следующий? Я. Опять? На этот раз я хочу, чтобы ты наконец сказал мне имя моего будущего мужа. Но это невозможно. Что? А этих денег недостаточно? Успокойся, дай взгляну. Кристальный шар, покажи мне его имя. Симсалабим абракадабра. Симсалабим. Скорее! Я хочу знать, кто он. Скажи мне его имя. Я начинаю сомневаться в твоих способностях к предсказаниям. Ты видишь? Я не вижу его имя, но я вижу, что как раз сейчас он идет мимо к себе домой. Правда? Кто он? Подожди, не уходи без меня. Сколько лет тебя искала? Я дочь пекаря, скоро мы поженимся. Поженимся? По-моему, она ему понравилась, к счастью. Обманщица-гадалка. И еще он предсказал, что у Мариан Симпсон родится девочка до конца года. У Мариан Симпсон уже есть 4 девочки, все это знают. Ни для кого не секрет, что 5-й ребенок тоже будет девочкой. Кто угодно может это предсказать, Катрин. Он предсказал, что бабушка Томаса заболеет на прошлой неделе. Никто не мог этого знать. Да, это верно, она подхватила грипп. Половина города заболела гриппом после холодов на прошлой неделе. Пожилые люди легче заболевают. Даже Миша мог это предсказать. Но мама, он... Достаточно. Тихо, ты не видишь, что ты расстраиваешь маму? Вы обе меня расстраиваете. Теперь оставьте меня одну, чтобы я могла поспать. Да, мама. Интересно, как же он тогда предсказал, что дочь пекаря выйдет замуж за такого милого человека? Подожди секунду, Катрин. Да? Ты сказала дочь пекаря? Да, старшая. Та, про которую ты сказала, что она никогда не найдет себе жениха. Она нас обслуживала, когда мы ходили к ним в булочную. Она встретила его сразу напротив шатра предсказателя, после того, как заплатила ему за то, чтобы он назвал его имя. Они уже обвенчались, и в следующую субботу у них пышная свадьба. Золушка. Золушка, где же ты? Почему я должна бегать и искать тебя по всему дому? Что такое? Вы плохо себя чувствуете? После того, как ты закончишь мыть полы, я хочу, чтобы ты сходила в город и привела предсказателя будущего, о котором все говорят. Предсказателя будущего? Да. Да, мэм. Эй, я слышала о нем. Он видит будущее в кристальном шаре. Неужели он такой честный? Еще скажи, что он делает это бесплатно. Надеюсь, что так. Потому что мне ему нечего дать. Мне бы хотелось узнать свое будущее. Эй, Золушка! Спасибо, мистер Картер. Сначала надо посмотреть в парке. Правильно, пошли. Надеюсь, он тут. Куда он пошел, Патч? Это безнадежно. Мы везде посмотрели. Может быть, он покинул город. Я голоден. Патч, ты куда?
Я знаю, что ты тоже голоден, Патч, но нельзя преследовать прохожих из-за еды. Но у него жареные орешки. Патч, а ну вернись. Что с твоей собакой? Может, тебе лучше вести его на поводке? Извините, обычно он не такой. Если вы голодны, можете купить такой вон в той лавке. Может быть, ты с ним поделишься, чтобы он от тебя отстал? Конечно, но если ты хочешь, чтобы я с ним поделился, ты должна заплатить за каждый орешек, который он съест. Ой, пойдем, Патч, оставь его в покое. Нам нужно скорее найти предсказателя, иначе мачеха будет недовольна. Предсказателя? Эй, постойте, думаю, я могу вам помочь найти того, кого вы ищете. Правда? Не слушай его, Золушка, тому жадине нельзя доверять. Ну, вам придется ему заплатить. Этот старик предсказывает будущее, только если ему за это что-нибудь дают. Моя мачеха довольно богата. Тогда я скажу предсказателю, чтобы он пришел к вам сегодня вечером. Где вы живете? Не говори ему ничего, не верь ему! Я думаю, он и правда знает этого предсказателя. То, что он это сказал, не значит, что он его приведет. Если не приведет, то нам придется увидеть мачеху в гневе очень скоро. Я просто расскажу ей, как все было. А сейчас нам нужно торопиться домой, иначе я не успею доделать дела и приготовить ужин. Ты права. Я хочу увидеть предсказателя первой. Но почему это ты? Мое будущее намного важнее твоего. Нет, это неправда. Я первая о нем маме сказала. Неважно, кто из вас пойдет первый. У вас одинаковое будущее. Золушка, когда предсказатель придет? Ты же нашла его, верно? Нет, пока нет, но... Что? Теперь я никогда не узнаю свое будущее, мама! Объяснись. Я встретила мальчика, который сказал, что приведет его. Думаешь, ему можно доверять? Кто он? Где вы познакомились? Да, похоже, у тебя дар заводить друзей вместо того, чтобы делать то, что я тебе говорю. Скажи мне, где ты встретила этого мальчика? Мадам, к вам посетитель. Вы примете его? Посетитель? В такой час? Да, это пожилой джентльмен. Он сказал, что его прислал молодой человек из города. Он сказал, что он предсказатель. Он это сделал? Я предсказатель будущего. Мой кристальный шар может предвидеть будущее. Кристальный шар? Скажите, что вас интересует, и мой кристальный шар даст ответ. Он раскрывает любые тайны. Я иду первая, Джин. А вот и нет, а вот и да. Это я иду первая. Куда? Мама, куда пошел предсказатель? Могу я вам помочь? У меня был тяжелый день, и так как вы не прислали за мной кучера, мне пришлось идти пешком. После того, как вы меня накормите, я хотел бы поспать. Боже мой, да как вы смеете? Я предскажу все, что захотите утром. Думаю, мы сможем подождать до утра. Золушка, дай ему что-нибудь поесть и составь ему на кухне компанию. Не хочу его видеть до завтрашнего утра, ясно? Да. И также я не хочу видеть его в гостевой комнате. Да, я поняла. Да, конечно. Посмотри на него. Он, наверное, голодал, и это уже пятая порция. Надеюсь, у вас от такого количества супа не заболит живот? Там, где есть еда, я ем сколько могу. Сегодня вы поспите на чердаке. Это небольшая, но уютная комната. Но если он будет спать там, где ты будешь спать, Золушка, ну вот. Это моя комната. Надеюсь, вам тут будет удобно, предсказатель будущего. А где же ты тогда будешь спать? Мне бы, конечно, хотелось поспать на тех пушистых облаках, но сегодня мне придется спать на кухне. До завтра. Спокойной ночи, сэр. Хороших снов. Какая милая девочка.
Кристалли Шар, покажи-ка мне будущее этой юной леди. Невероятно! Нет, ничего. Попробуйте еще раз. Я уверена, что ей суждено выйти за принца. Стальный шар с вами не согласен, мадам. Ни одна из ваших дочерей не выйдет замуж за принца. Это после всего, что я сделала для вас. Вот ваша благодарность. Я был бы рад изменить то, что вижу, но я могу лишь говорить то, что мне показывает мой кристальный шар. Я поняла. Ждите тут. Я сейчас приду. А можно мне? Ты вообще не пойдешь. Так, посмотрим. Вот она. О, нет! Золушка, там в парадной опять пыль. Я хочу, чтобы ты ее вытерла и сделала чаю. Вы же не собираетесь отдавать ему мою куклу? Она принадлежит моей матери. Я не собираюсь повторять, Золушка, иди внутрь. Это антикварная кукла. Она очень ценная. За нее вам много дадут. О, благодарю, она очень красивая. Вы можете еще раз посмотреть в свой шар перед уходом? Я попытаюсь. Кристальный шар, покажи мне будущее этих двух очаровательных девочек. Покажи мне их будущее, это невозможно. Что там про меня? Я вижу, как вы едете в великолепный дворец. Я буду принцессой. А что обо мне видите? Вы тоже станете принцессой. Я так счастлива, мы будем богаты. Золушка, пожалуйста, не плачь больше. Мы не позволим этому случиться. Мы придумаем, как можно вернуть твою куклу назад, Золушка. Она для меня очень много значит. Я знаю, что могу на вас положиться. Но мама всегда в моем сердце. Но эта кукла так много для меня значит. Я знаю, мы сможем вернуть ее, если поговорим с предсказателем. Надеюсь, вы правы. Пьер, отвези нашего друга домой. Да, мэм. Прошу, сэр. Прощайте, было приятно познакомиться. Патч, стой, ты порвешь. Нам надо идти за ним. Мы не можем, они слишком быстро едут. Можем, Золушка, идем, бежим. Это след. Чья это была идея? Чучу и Бинго. Я дам им бутербродов с сыром на ужин. И мне. Конечно. Что такое? Я хочу, чтобы ты не плакала. Вот что. Я постараюсь. Вы уверены, что не хотите, чтобы я довез вас до дома? Это несложно. Нет, спасибо, счастливо. Для старика он слишком быстро бегает, да уж. Наконец-то.
Это не моя проблема. Почему я должен тебя жалеть, Золушка? У тебя есть дом, семья, у меня нет. Посмотрим, что продать сегодня. Может, это? Или... Извини, Золушка, мы его потеряли. Мы бежали за ним до этого места, а потом он скрылся. Он бежал как подросток. Да, тебе нужно было видеть, как он прыгал и бегал. Не волнуйся, мы его найдем. Он тут, в этом доме. Что нам делать, Золушка? Что вы тут? Ты мальчик, которого я вчера встретила. Зачем ты пришла? Откуда у тебя моя кукла? Мне дал ее предсказатель, теперь она моя. Эта кукла единственное, что у меня осталось от матери. Пожалуйста, верни мне ее. Скажи, что хочешь взамен, я тебе это достану. Предсказатель сказал, что она стоит много денег. Я хочу продать ее. Это неправильно. Ты такой жадный. У тебя что, совсем нет сердца? Нет. Я жадный, эгоистичный Ян, у которого есть дорогая кукла. Ты же знаешь, что это не так, молодой человек. Золушка, послушай. Этот мальчик пахнет точно так же, как предсказатель. И такого же роста. Кто тут живет? Предсказатель будущего. Кто ж еще? Эй, что ты делаешь? Это его костюм. Ну не бальное же платье. Ты притворялся предсказателем, ты всем врал. Какая чушь. Не имею ни малейшего понятия, о чем ты говоришь. Тогда чей это костюм? Не знаю, спроси его владельца. Думаю, на сегодня ты уже достаточно наврал. Вообще-то это я, тот, кто одевал этот костюм и притворялся предсказателем. Люди давали мне вещи, которые я потом мог обменять или продать. Почему это я сказал это? Ты можешь не держать меня, я никуда не убегу, Золушка. Теперь я хочу, чтобы ты поднялся и сказал моей мачехе правду и отдал ей куклу. У нее не было права отдавать мне твою куклу, так что я отдам ее тебе, а ей скажу, что продал. Я скажу ей правду, в конце концов, что мне терять? Ян, нет! Что вы тут делаете? Мой кристальный шар показал мне некоторые детали будущего ваших дочерей. Я подумал, что вам будет интересно. Какие? Говори скорее. Я соврал вам вчера. У ваших девочек будет яркое будущее, только если они научатся тяжело работать и быть вежливыми. Не могу поверить. Это было весело. Она даже слова не сказала про куклу. Теперь дай мне сделать последнее предсказание. Золушка, у тебя самое светлое будущее, которое я когда-либо видел. Хотелось бы верить. Ты очень хороший. Я почти поверила на секунду. Вообще-то иногда я по-настоящему вижу будущее людей, Золушка. Твое я увидел. Ну, в таком случае возьми этот хлеб и сыр взамен. Спасибо. Береги себя, Золушка. Пока. Удачи, Ян. Думаю, этот мальчик одинок. Я тоже так думаю. Ну, думаю, он прав насчет твоего будущего. Слушайте, вы обе. В вашем будущем произошли изменения. С этого момента вы будете учиться тяжелой работе и вежливости. Вам ясно?